В Дагестане в этом и следующем годах отремонтируют 315 школ. Одну из них, она находится в Махачкале, посетил депутат Госдумы Нурбаган Нурбагандов. В школе-интернате второго вида обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Учебное заведение рассчитано на 150 ребят, посещает его порядка 200 детей, 100 из которых пребывают в интернате с ночевкой. Последний раз косметический ремонт здесь проводился более 20 лет назад. Благодаря народной программе «Единой России» здесь создадут условия для комфортного и безопасного обучения детей. В этой школе уже имеется проектно-сметная документация на ремонт, уже готовые. В Министерстве образования деньги есть. И вы хотели на самом деле посмотреть, так ли это или нет, надо ли, или может быть еще дополнительные какие-то включения денег нужно сюда, или что нужно. Нет слуховых кабинетов, нет развивающих кабинетов. Вообще кабинеты очень маленькие, очень плохие окна здесь, все двери, отопление, условия противопожарной безопасности, которые сегодня так важны. Конечно же, все это предполагает, вот, накладывает такую ответственность на тех людей, которые будут проводить здесь этот капитальный ремонт, чтобы они очень тщательно подошли к этому вопросу.